28 марта 1945 года. В течение 28 марта юго-западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению остатков разгромленных частей противника. Войска 2-го Белорусского фронта штурмом овладели городом Гдыня, важной военно-морской базой и крупным портом в Балтийском море. В этих боях войска фронта взяли в плен до 9 тысяч немецких солдат и офицеров, а также захватили военное имущество. За 28 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 23 самолета противника.